процессор нанести нашу термопасту. Давайте так вот сделаем. Нанесем ее цветочком, немножечко размажем. В принципе, кто-то ее размазывает крестиком. Потом она у нас там вся, конечно же, размажется, когда мы будем ставить кулер. И теперь мы, значит, достаем наши ножки вот такие вот. И будем сейчас на них ставить наш ID Cooling. Вот, пожалуйста. Чук, пока сюда наклеечку приделаем. И, значит, на каждую ножку сейчас вначале сделаем пружинку. Чук. Так вот. Видите, да, как я делаю? На каждую ножку делаю пружинку. И потом будем все это дело вот сюда вот так вот ставить. Ребятки. Так. Одну поставили, чуть-чуть прикрутили для фиксации. Такая система. Изначально думал, что она не факт, что сработает. Но она сработала. Подразмазали еще. Заодно. Так, вторую зафиксировали. Фиксируем третью. Фиксируем четвертую. Есть, фикс есть. Теперь, значит, просто все это дело закручиваем. Так. Закручиваем отверткой до упора. И желательно закручивать с каждой стороны. Видите, вначале закручиваю здесь, потом здесь. Так, это уберем. Закручиваем с каждой стороны потихонечку. Тут немножко закрутили, там немножко, тут чуть-чуть. И вот так вот в таком ключе постепенно начинаем закручивать все наши четыре ножки. Для того, чтобы они у нас зафиксировались. Так, есть фикс одной. Сейчас будет фикс второй до конца, до упора. После этого у нас пойдет фикс третий. И теперь ставим фикс у четвертой. До конца она у нас закручивается, чтобы наш кулер полностью и качественно прилегал. Все, есть, закрутили, отлично. Теперь делаем ЦПУ фан, ставим просто. И ставим нашу оперативную память на 16 гигабайт. Ставим ее вот сюда вот. Так. Давайте поставим черный слот. В принципе, кому не хватает, можно будет поставить еще вторую планку. Точно так же на 16 гигов. Так, теперь, значит, открываем нашу заднюю планочку. И убираем вот здесь вот, вот этот вот, вот эту заглушку, скажем так, от сетевой карты. И ставим, я надеюсь, там вам видно, куда я ее ставлю. Сейчас уберем. Ставим вот сюда внутрь нашу заглушечку. Так. Так, все, есть. Теперь, значит, будем ставить нашу материнскую плату вовнутрь. Проверяем, что у нас здесь все по разъемам совпадает. Здесь, кстати, вот надо перекрутить вот этот болтик, потому что материнка у нас получается крепится вот по вот этим вот болтам. Тут, в принципе, видно, можно приложить. Так, сейчас мы перекрутим буквально секундочку. Так, вот сюда вот мы ее закручиваем. Можно чуть-чуть помочь плоскозубцами. Вот так вот. Хотя оно потом, по идее, все должно там докрутиться. Все, докрутили. Материнку ставим по вот этой вот заглушке. Она, в принципе, должна все нормально встать. Так, проверяем заглушечку с обратной стороны, что все у нас там нормально стоит. В принципе, если видите, что чуть-чуть не до конца,
то можно до щелчка еще раз попробовать. Так. И смотрим. Так, теперь. Так, почему не как будто бы чуть-чуть не доходит, да? Проверяем. Когда что-то куда-то не доходит, значит что? Значит, что-то там у нас, возможно, упирается. Но мы теперь попробуем закрутить, чтобы проверить, насколько и что у нас там до конца не доходит. Так, сейчас мы вот так вот попробуем сделать. Чуть-чуть материнку придерживаем и закручиваем наш первый болт. Теперь придерживаем материнку. Допустим, можно закрутить второй болт на обратной стороне. Насколько видно? Видно отлично. Все. Значит, закручиваем полностью наши болтики. Болтиков таких обычно, наверное, где-то штучек. Сколько? Тут три, там три. Всего получается в районе 6 болтов. Так. Так, смотрим, все проверяем. Теперь, ребят, как думаете, что далее будет у нас ставиться? Далее будет у нас ставиться, скорее всего, блок питания. Сейчас мы определим блок питания, который мы поставим в эту сборку. И сюда его сразу же воткнем. Все, материнка полностью, процессор, оперативная память у нас тут уже стоят. Теперь, значит, смотрите, ребят, нам нужен хороший блок. Хороший блок, который будет всю эту систему держать. Система требует немало, поэтому возьмем вот такую вот FSP-шечку на 500 Вт. Нормально должно хватить. FSP у нас славится своей надежностью. В среде бушных блоков питания, не новых. Поэтому FSP нашей задачи нам тут должен подойти. Закручиваем его сразу же, пока что на 2 болта, чтобы при запуске проверить, если все будет нормально. Докрутим еще остальные 2 болта. Так, 500 ватт точно так же должно хватить для наших задач. Так, здесь у нас, я вижу, стоит что-то типа фиксатора, который нам особо не нужен, поэтому здесь мы его убираем. Так, сейчас буквально секундочку. Вот так вот он у нас снимается. Дальше, значит, проверяем, насколько все у нас тут дотягивается, потому что часто бывает, что еще переходники какие-нибудь могут требоваться. Поэтому так, здесь, значит, мы обошлись без переходника, да? Ну-ка, проверка связи, проверка. Так, все. В принципе. Тут, наверное, можно, я бы даже сказал, и кабель менеджмент провести через обратную сторону. Сейчас вам покажу, как это делается. Через обратную сторону просто прокидывается кабель менеджмент. Так. По-быстрому. Самые основные провода, которые у нас здесь мешается в корпусе, мы сейчас прокинем через обратную сторону, тем самым мы их спрячем. Показываю вам, как это сделать. Допустим, вот наш кабель, да, который вроде как типа у нас тут мешается. Так, так, значит, тут он немножко. Слушайте, стандартная ситуация для кабелей, когда чуть-чуть буквально не хватает. Чуть не хватает. Такое бывает очень часто, когда у старых блоков питания вот буквально сантиметра два не хватает для того, чтобы сделать нормальный кабель менеджмент. Вы, конечно, можете сказать, что Кирилл, покупай новые блоки питания. Я бы вам бы сказал, я бы с удовольствием купил бы. Я бы с удовольствием бы все бы купил тут новое, что только можно.
сожалению, такого позволить себе пока что мы тут не можем. Потому что, да, как сказал один известный человек. Вообще, ну, из позиции экономии, скажем так, из позиции того, что для вас хотим сделать хорошую цену, я хочу именно поэтому и на всем. Тут немножко можно подешевле, там немножко подешевле, зато у вас сборка будет не за 50 тысяч рублей, а за 35. С тем же самым качеством, ну, может быть, будет не такой прям клевый кабель-менеджмент. Прокидываем, смотрите, кабельки здесь, через эту сторону закидываем, и сейчас оно пойдет у нас вот сюда вниз. Оттуда будем уже все разводить по своим местам. Будет у нас отличный кабель-менеджмент. Сейчас я попью кофе, вы пока что это проверяйте. Отлично. Итак, кабельки, кабелечки мы прокинули. Видно, да, вам, как они вышли. Теперь, значит, цепляем наш USB 3.0. Цепляем наш аудио. И цепляем наш USB. Так. Точно так же цепляем HDD, кнопку Power. Распиновку можно посмотреть в интернете, как все это делается. Так, пока не вижу кнопки перезагрузки. Она у нас тут, или она тут есть, или она у нас сделана так, что за место перезагрузки у нас тут LED-овская подсветка, скорее всего, и просто переключается. Это, знаете, в базе всегда, в стандарте идет или кнопка перезагрузки есть, или она у нас просто подключена за место LED-подсветки. Вот, кстати, тут как раз-таки есть кабель для LED-подсветки, поэтому мы его тоже сейчас там запрячем с обратной стороны. Точно так же, так, всякие сейчас доп-переходники у нас будут подключаться. Хотя, слушайте, тут доп-переходник не нужен. Здесь все есть. Здесь у нас просто... Сейчас еще жесткий диск останется подцепить. И так, что тут? SSD-шку сейчас подцепим, да? Смотрим, куда тут цепляется SSD. Так, пока что я не вижу, куда тут его можно зацепить. Вот такое чувство, то ли вот сюда вот его, да, можно зацепить. Сейчас проверим. Здесь у нас пойдет сюда пятисочек. Пятисочек Golden Fear. Всеми вами любимый Golden Fear. Так, куда мы его зацепим, допустим? Как вариант, вот сюда можно. Или можно сюда. Так, куда тут производителем вообще это все предлагается поставить? Есть какая-то у вас тут метка, что вот сюда SSD? Пока меток каких-то не вижу. Типа как вариант, что ли, вот сюда. Но это возможно под HDD обычную, да? Ну-ка, если я вот сюда поставлю, допустим. Тоже как будто бы не совсем, да? Не прям в идеале, да, как хотелось бы. Так, куда мы тогда тебя поставим? Ну, есть вариант, конечно, снять переднюю часть корпуса. В принципе, оно и, я смотрю, снимается достаточно, как бы, легко. Ага, только хотел сказать легко, а вот что-то не особо легко. Тут надо быть причем аккуратным, потому что если ты что-то, не дай бог, сломаешь, то... Во. Есть, да? Короче, грубо говоря, вот так вот сейчас все... Так. Осталось, короче. Другую, по идее, бы нам часть бы тоже так же бы снять.
Но так как это все, блин, на долбанном пластике, таком еще, скажем так, не сильно гнущемся пластике, в принципе, тут такие манипуляции достаточно опасненько производить, я бы так сказал. Один раз просто отлетит, и все. Так, ну мы сейчас, наверное, тогда не будем тут сильно прям экспериментировать. Вот, прям сильно жестить. Я сейчас просто вот так вот приоткрою. И мы, пожалуй, SSD вот как-нибудь вот так вот прицепим. Здесь. Так, как же нам тебя сделать, чтобы ты тут не мешалась? Вот что значит на все руки мастер человек должен быть, который увлекается сборками ПК. Видите, да, просто что я делаю? Надо как вкрутить в SSD, так и крышку тут держать. Так, ну-ка. Причем оно еще херово так достаточно вкручивается, я бы так сказал. Да, хреново. И это не цепляется, да? Так, ладно, перекрутим тогда. Попробуем дубль 2 сделать. О, кажется, хорошо прям. Шикарненько зашло. Надо вырезать, типа с первого раза, да, все вышло в идеале. Ага, так, чуть-чуть сейчас подкрутим, и вот так вот у нас получится. Все, я думаю, меня такой вариант на пока что устроит, чтобы этот корпус у нас не развалился весь, да? Все, в итоге, смотрите, видно, да, где у меня SSD? Вот здесь он у нас получился. Отличненько, отличненько, отличненько. Так, теперь, значит, SSD мы сейчас подключим. Осуществим, так сказать, подключение жесткого диска. Так, потом мы осуществим подключение между материнской платой и жестким диском. Так вот это сейчас сделаем, и заодно и кабель вот этот прицепим, ну, чуть-чуть ниже его сделаем. Так. Давайте-ка вот так вот сейчас это все пробуем через дырку все это провести, чтобы красиво смотрелось, красиво и красиво, чуть покрасивее, чуть поинтересней. Время есть у нас. Так, сделали, да? Все, остается теперь закинуть сюда видюху. Нашу любимую RX. Так, что у нас тут пойдет? RX 570 на 8 гигов. Наша любимая, да? Которых я много закупил. Сейчас на них соберем компы. Дальше будем, может быть, уже что-то другое смотреть. Пишите, кстати, в комментариях, какие сборки вы бы хотели увидеть почаще. Так, сейчас. Так вот сделаем. Зацепляем. Так. Теперь, значит, кабелечки туда.
И так, получается 8 пин, запитываем. 8 пин надо запитать. Еще, наверное, желательно все это тоже, этот кабель как-то через кабель менеджмент провести. Насколько это получится, сейчас узнаем. То есть вот видите, да, ребята, я кабель менеджмент стараюсь как бы вот по мере возможности, вот видите, так вот. Ну, в принципе, на что хватает длины провода, на то и делаю. Как бы не прям идеально, но и я не скажу, что прям как-то сильно коряво. Тут много кабелей. Как бы нормально. В принципе, пойдет, я думаю, так. Все ненужные кабельки мы убираем. Сюда сейчас в это отделение уберем. Вот в это отверстие. Сюда вот сейчас все это сложим. И крышкой просто закроем. Тут, кстати, хороший корпус попался. То, что есть вот это вот отделение, отверстие, куда все это дело можно подсложить. Так, ну все, по идее. Че, включать сейчас будем проверять? Сейчас включим, проверим, что он запустился хотя бы. Что я все правильно подцепил, подключил. Так, сейчас буквально секунду, ребят. Ага, теперь здесь не зашло, да? Зайдешь все равно. Выбора нет. Так, не могу понять, пока что. Давайте-ка вытащим и проверим, что у нас тут не заходит. Бывает, как бы, да, из-за кабелей там каких-то может что-то не зайти, чуть-чуть что-то мешаться, поэтому. Так, во, по-моему, лучше, да, стало, чем было, что-то там мешалось. Было, стало, да, как говорится. Так, все. Сейчас будем запускать комп. Вам покажу. Так, видно, да? Пока. Пока видно, да? Видно пока. И так, накидываем кабель включения. И делаем старт. Так, наверное, я там что-то забыл. Да, я забыл вот это включить. Ага. Ну, комп, в принципе, смотрите, запустился. Кулер работает. А, ледовская подсветочка. Слушайте, не скажу, что прям корпус какой-то супер, супер, да, прям крутой. Ну, в принципе. И, кстати, подушности тоже. А, ну вот еще, кстати, кулер мы вот этот не цепанули. Сейчас мы это сделаем. Тоже вот этот кулер сзади надо будет запустить. Вот, но... Так, где у нас там? Вон он, вижу. Сейчас мы его тоже подключим. Вот, в принципе, ребят, такой комп. Насколько он душный, пишите в комментариях. И все, всем спасибо, что посмотрели. Дальше уже установка винды будет. Всем пока-пока.